чё, как сходил на эксклюзивную вечеринку фанатов Nintendo? Да не очень. Да ладно, я слышал, они там какими-то супергрибами закидываются и представляют себя героическими итальянскими водопроводчиками, которые прыгают по принцессам. Ну, мне роль Марио не досталась. А кем ты стал? Пикачу и наэлектризовал танцпол с тренерками? Нет. Представил себя Линком и пошел показывать Зельде Мастер Меч? К сожалению, нет. Представил себя Метроидом и начал пробираться через костюм какой-нибудь Самус? Нет. Стал Донки Конгом, все бананы на вечеринке были твои? Почти. В смысле? Мне назначили роль Кирби. Да классно, у него ж безразмерный желудок. Ты, наверное, всеми грибами, что там были, и закинулся. Миша, Кирби вообще-то сосет. Что? Не что, а у кого? Блин, это вечеринка фанатов Nintendo. Нормальных людей среди них нет. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И в конце 22 года пришло время рассказать об одной из самых неоднозначных игр 22 года. С одной стороны, у нас милый розовый кругляш, который ходит по яркой вселенной, что-то там делает, истребляет злюк, доходит до финала, там убивает боссика, ха-ха-ха, как мы это обычно любим у Nintendo. Но проблема в том, что у нас герой это какой-то супер-мега монстра-мутант. Если его попытаться объяснить с точки зрения человеческой логики, получится именно такое существо. Он путешествует по миру, который обезлюдил. Это постапокалипсис. Никого не осталось, кроме милых зверушек. Но только эти милые зверушки хотят убить или поработить всех, кого они видят. В общем, очень странные дела творятся. И вот Миша отправился туда на разведку. И на протяжении нескольких часов он, знаете, что делал? Очевидная шутка. Сосал, как, в общем-то, и наш любимый герой. Дело в том, что Кирби – это очень нетрадиционный персонаж видеоигр. Интересная мысль. Нетрадиционный, да. Он самый нетрадиционный, самый инклюзивный, самый нетипичный. Если как-то попытаться превратить сферичного гендерфлюида в игрового персонажа, то получится именно Кирби. С одной стороны, милое няшное существо, с другой стороны, он сосет по полной программе. И как только он принимает в себя врага, он принимает и его способности, которыми он начинает пользоваться. А как только ему надоедает пользоваться этими способностями, он выплевывает этого врага, превращая его в снаряд. Безжалостное, бескомпромиссное существо. Да, абсолютная машина смерти. Он умеет парить в воздухе, его нельзя просто так сбросить в пропасть. Он оттуда взлетит, несмотря на то, что у него будут очень маленькие крылышки и большое пузико. Это, кстати, еще вопрос, кто победит? Супермен или Кирби? Знаете почему? Потому что Кирби проглотит Супермена и получит способности Супермена. Естественно. А потом он переварит Супермена и... Да-да-да. И к обеду высрет. Все нормально. Тоже, так сказать, очевидная шутка. И вот в Kirby and the Forgotten Land наш герой попадает в странный мир. Неожиданно открывается портал, и Кирби засасывает в новую реальность. И эта новая реальность удивляет тебя тем, что это какой-то человеческий постапокалипсис. Last of Us. Да, очень. Crysis 3, можно сказать. Вот, то есть, да, очень яркий, да, красочный. Но мы наблюдаем город, окутанный растительностью, какие-то руины парка развлечений, остатки построек в пустыне, заводы, допустим, хорошо. В этом мире Кирби сталкивается со злобными зверушками, которые пытаются его атаковать. Ну, там в том числе есть, например, злобные снеговики, разные такие создания, включая зверушек типа злобных крокодильчиков, которые плавают и пытаются его сожрать. И корги, да. И злобные корги здесь тоже совсем есть. Распустились без своей королевы. Именно так. Эти злобные зверушки захватывают жителей мира Кирби и сажают их в клетки. В общем, творится странное. И да, новая часть Кирби, поскольку я ее проходил в конце года, когда уже вышли многие игры, у меня вызывала странные ассоциации. Чем-то напоминала Splatoon 3, тоже вот эта дебильная какая-то реальность, где вроде где-то были люди, теперь людей нету, но ты видишь очевидные элементы человеческой цивилизации.
цивилизации. Окей, странный мир такой надстроенный, непонятно над чем. Пост, возможно, пост-постапокалипсис. Черт его знает. Ну, в сюжете это поясняется в нескольких предложениях. Там инопланетяне, путешествия по реальностям. И, кстати, насчет инопланетян, путешествий по реальностям. Под конец основной части Кирби чем-то начинает напоминать Байонетта 3 в плане шизанутой постановки. И еще у меня возникла ассоциация со Стэнли Парабл Ультра Делюкс. В том смысле, что Кирби не совсем то приключение, которым оно хочет казаться на протяжении большей части. Но обо всем по порядку. Да, теперь у нас Кирби — это трехмерный платформер. Перед нами набор линейных уровней, где Кирби свободно перемещается в трех измерениях, прыгает, бегает, поедает противников, выплевывает их, осваивает их способности, чтобы поджигать врагов, прям как Nintendo поджигает своих хейтеров, избивать их мечом. Ну, такой стандартный, знакомый набор способностей, которые есть у Кирби, включая прыжок и возможность парить в воздухе. Это все необходимо, чтобы пробираться через несложные испытания. Кирби, я еще раз отмечу, я это буду напоминать, я говорю про основную часть кампании. И здесь Kirby and the Forgotten Land верна традиции. Несложно, весело, так вот, задорненько. Увлекает не столько трудностями, сколько сменой обстановки, какими-то занятными декорациями, ощущением движухи, да, ощущением такой странной, но в то же время добренькой сказки, где вот этот странненький герой бегает и, в общем-то, сосет всех, до кого только может дотянуться, а до кого не может дотянуться, допрыгивает и засасывает. Но в этот раз разработчики из Hall Laboratory решили разнообразить процесс. Все-таки у нас как бы человеческий мир, почему бы Кирби не насосаться достижениями цивилизации? Например, Кирби может всосать машину и, соответственно, начинает кататься по локации. Мечта блондинки. Да, мечта блондинки, да, такой вот розовый автомобильчик. Не насосать на машину, а насосать себя на машину. Ха-ха-ха, да, в буквальном смысле, прям вот всю машину и насосала. Понял, от чего добился ты? Здесь даже есть занятные отрезки, когда ты должен проехать по трассе за отведенное время. Еще Кирби может всосать конус и начинает подпрыгивать и бить этим конусом по земле, чтобы ломать какие-то преграды. Есть несколько классно продуманных отрезков, когда Кирби всасывает лампочку и может светиться, и таким образом освещает себе путь в темных коридорах. Здесь есть местный как бы дом с приколами, и вот ты ходишь по этому дому с приколами, освещаешь себе путь. Некоторые злюки на тебя нападают, когда ты светишься, то есть ты должен светиться, но недолго, чтобы тебя не успели ударить, и ты мог пройти до нужной точки и при этом еще смотреть под ноги, чтобы не упасть в пропасть. Еще Кирби может всосать автомат с газировкой и начать стрелять банками. А это не отсылка к Стивену Кингу? Помнишь, у Стивена Кинга, ну, по крайней мере, есть фильм «Короткое замыкание» называется, а, «Максимум овердрайв», кажется, где машины сошли с ума и начали нападать на людей. И, по-моему, там была сцена, где автомат с газировкой убивал человека, расстреливал его так. По-моему, «Максимум овердрайв» тот же Кинг и снимал. Это такой больше троллинг экранизации Стивена Кинга от самого Стивена Кинга. Что-то такое. И вот здесь, да, Кирби тоже в образе вот этого шкафчика такого ходит, разносит всех вокруг. Еще Кирби может наполнить себя водой, превращается в такой шарик с водой, и он всех вокруг тогда делает мокренькими и расчищает себе пути. Таким образом расправляется, например, с жабами. Он их очищает, и жаба распадается на несколько бонусов. А еще Кирби может всосать себя очко. Угу. Да, кстати, Виталик сейчас не шутит. Кирби может всосать в себя круг и таким образом становится, ну, такой штукой, которую можно натянуть вот так вот. И, соответственно, он пускает потоки воздуха. Такой способностью, например, можно сдувать кучи песка и находить секреты в пустыне. Или если вот это очко становится на лодку и, соответственно, дует в определенную сторону, лодка быстро начинает плыть в противоположную сторону. Здесь иногда Кирби натягивается на вот эту вагонетку на американских горках и катится вперед. Иногда Кирби втягивает в себя трубу. Ну, он берет такую длинную большую трубу.
такой, опа, так сказать, глубокая глотка. Ну, знаете, как девочки иногда удивляют вас фокусами, когда оп, и входит весь банан. Да, вот в Кирби так входит труба. Это самая глубокая глотка игровой индустрии. А вы думали, кто? Ха-ха, ну, тоже, так сказать, ожидаемая, предсказуемая шутка. И вот, да, Кирби втягивает в себя эту трубу и начинает скатываться и прыгать по платформам. Есть полеты, когда Кирби, по сути, превращается в дельтаплан. То есть, такие вот элементы, которые разнообразят привычный по меркам Кирби платформинг. Ну, теперь только в трехмерных локациях. Кстати, клюшку Кирби не находит в этом постапокалипсисе. Наверное, он недостаточно сильный персонаж, или, может, он не женский персонаж. Мы половую принадлежность Кирби не знаем. Сферический гендерфлюид в вакууме. Допустим. Но, в общем, клюшку ему не дают. Дают молот, дают меч. Кирби, в общем, все дают. Он не спрашивает, точнее, он сам все берет. Вот, но клюшки здесь не наблюдается. И вот основная часть игры, это, как я уже отмечал, легкий такой, расслабляющий в хорошем смысле слова боевой платформер. Игра не пытается парить тебя, ничем, собственно, она не пытается тебя парить, ни сюжетом, ни какими-то сверхтрудностями, ни какими-то заумными вещами. Нет, вот тебе уровень, ты по нему бежишь, выбираешь более комфортную тебе способность, ну, вот из стандартных, там, меч, лед, огонь и так далее. Расправляешься со злюками, происходящее разнообразится, декорации, тот же дом с приколами. Вот эти вот моментами, когда Кирби осваивает достижения цивилизации, соответственно, у тебя вариантов нету, только как использовать этот элемент. И ты идешь дальше, дальше. Тебе регулярно представляют новые элементики. Ну, все как умеет Nintendo. Меняются декорации, ты можешь бегать по какому-нибудь красивому тропическому пляжу, а потом спускаешься на какой-то завод, где вот льется все вот эта лава. Ты думаешь, это что за хрень? Это Терминатор? Это отсылка к Терминатору? Ну, в принципе-то, Кирби — это отсылка к Терминатору. Правда, Кирби, по-моему, был раньше, чем Терминатор 2. Но Кирби так — это Т-1000. Он входит в контакт с жертвой и перенимает... Ну, не совсем ее внешность стопроцентно, но способности перенимает. Или, да, даже частично и внешность перенимает. Пожалуйста, ты такой, разработчики, это отсылка, отсылка, наверное, говорят тебе разработчики. Это было в Кирби. Это было в Кирби, да. И вот, соответственно, за счет вот этой вот грамотно настроенной системы, как умеет, в общем-то, Nintendo. За что Nintendo низкий поклон и огромное спасибо. Здесь вот тоже наблюдаем прекрасный пример Nintendo геймдизайна, когда тебе игра что-то все время подбрасывает, и тебе весело двигаться вперед. В процессе приключения ты можешь спасать милых созданий из мира Кирби, с этим связаны несложные секретики и тайники всякие, причем, что на мой взгляд очень важно, в этой игре немного тайников. Вообще нет ощущения того, что локация как-то загажена тайниками, что в локации вот их дохренище, и на каждом шагу тебя игра буквально дергает. Нет. Привет, God of War, Рагнарёк. Возможно, так, можно в принципе здесь передать привет многим современным AAA играм, которые тебя стараются завалить вот этими секретами. У меня здесь не было ощущения того, что игра хочет меня вот накрыть потоком тайников. Нет, в каждом уровне там есть набор тайников, иногда тебе еще бонусы выдают за выполнение определенных действий, типа там сбить несколько постеров, уничтожить несколько снеговичков или проехать на машинке по трассе за отведенное время. Быстрее, чем на золотую медаль, например. Вот ты этим занимаешься. В игре есть еще мини-боссы, они, к сожалению, повторяются, и это одна из немногих проблем проекта, потому что мини-боссы, да, одинаковые, их тут от силы несколько штук, ты на них натыкаешься, тебе к концу даже основной кампании уже скучно с ними драться. Но есть и основные боссы, такие задорные, суровые существа, например, горилла мощная, или там прыгучий леопард, с которым ты сражаешься на манеже цирка, или здоровенный злобный ананас, который растет там в одном месте и пуляет в тебя снаряды. Тоже так забавно, несложно, буквально пару минуток каждое сражение, чтобы ты пошел дальше навстречу каким-то новым приключениям. В перерывах между основными миссиями есть такие дополнительные мини-задания. Это задачки на время, где тебе дают определенную способность, и ты за отведенные минуты или секунды должен выполнить несколько испытаний. Там бомбочки в определенные точки, покидать бумерангами, там пометаться, или, например, убить определенное количество врагов на одной арене,
на второй или на третий. Или тебе дают образ стрелка и пострелять по мишеням тоже за отведенное время, пока тебе посторонние объекты по этим мишеням стрелять мешают. Тоже такой прикольный способ сменить обстановку, когда в основных миссиях такой плавный более темп, я бы сказал, а вот в этих заданиях более так плотно все, и, соответственно, ты вот, ну, чуть-чуть напрягаешься, чтобы выполнить это все за отведенное тебе время. Есть несколько уровней сложности у этих дополнительных испытаний, и максимальная сложность в этих испытаниях, ну, заставляет поднапрячься. Возможно, даже с первого раза их пройти не получится. И, кстати, насчет поднапрячься. Вот я проходил первые 6 миров Кирби, мне было легко, весело, не напряжно, ну, в принципе, было понятно. Поскольку серия Кирби, как и Йоши, она никогда не отличалась сложностью. Это всегда было такое больше расслабляющее приключение. И вот в этой игре, в процессе расслабления, я периодически возвращался на базу. Здесь есть база у Кирби. На этой базе есть мини-игры, есть местный кузнец, который улучшает умения, что позволяет еще быстрее расправляться со злюками. Я на это все смотрел, так мило улыбался, такой думаю, ну да, игра в том числе такая вот мило-детская. Понятно, что, возможно, для совсем уж детишек Nintendo это приготовила. Пусть будет. Да, девочка занимается простым эскортом, радуется жизни, ее возят на Майбахе, она кайфует, каждый день просекает танцы, высшее общество, новые знакомства, а потом она попадает в Турцию и у нее забирают паспорт. Ну, Виталик здесь недалек от истины. На базе, кстати, еще есть торговцы, которые продают апгрейды. Повторюсь, я на это все смотрел, умилялся и летел к финальным титрам на таком вот легком ветерке, наслаждаясь процессом. А потом случился 7-й мир, когда вроде ты убиваешь босса, тебе говорят, а продолжение следует. Такой, что такое? На базе там появляется портал в новую реальность, и в этой новой реальности тоже есть набор уровней с боссами. Я не скажу, что игра становится прям зверски хардкорной, что ты каждый сантиметр должен отбивать потом и кровью. Нет. Но она становится ощутимо сложнее, чем была до этого в основной кампании. Вот в этом вот 7-м мире уровни состоят из знакомых тебе ранее элементов, но там появляются испытания посложнее. Тебе уже не так охотно выдают аптечки, чтобы ты восстанавливал здоровье. Тебе приходится поднапрячься, тебе приходится уже следить за снарядиками, там, за всем происходящим на экране. Когда тебя бьют, тебе уже больно, тебе не хочется. Хочется возвращаться к контрольной точке, и ты уже вот так вот внимательно играешь и идешь к успеху, и сталкиваешься с боссом. А боссы в этом 7-м мире — это усиленные версии знакомых тебе боссов с новыми умениями, которые куда более выносливые. И когда вот ты с этим сталкиваешься, ты такой, а-а-а, так вот зачем здесь апгрейды, бонусы и база. Спасибо, разработчики, я понял. Пойду-ка я, наверное, на базу, куплю себе апгрейд, который увеличивает у меня запас здоровья, возьму еще с собой какую-нибудь аптечку, и тогда вот, да, у меня наконец-то получится убить этого босса. И как же хорошо, что я проходил дополнительные испытания и, в принципе, старался собирать ресурсы, потому что я смог прокачать умения. В том числе я смог прокачать, например, молот. Да так сильно, что максимальный удар этого молота это сносил немалую часть здоровья даже у усиленных боссов. Я все понял. Я усиленных боссов, почти всех, кроме одного, убивал с первого раза, но я уже в этих битвах напрягался. Напрягался конкретно. Поэтому, да, Kirby Forgotten Land, это я сосал, меня долбили. Сначала вот 6 миров я сосал, в хорошем смысле, а потом в последнем мире меня так основательно подолбили. И мне это очень и очень понравилось. Ой, пропаганда началась, пропаганда. Да. Пропаганда Nintendo, как мы с тобой любим. В игре есть еще Колизей, это серия сражений, в том числе серия сложных сражений с еще там усиленными противниками. То есть, если вы хотите попрокачиваться, подолбиться, почувствовать себя не просто всемогущим, а именно крутым персонажем, который завоевывает свою крутость, то в Кирби есть и это.
этот элемент, и меня это очень и очень порадовало. Я провел в этом странном мире около 15 часов, это с учетом того, что я собрал процентов 90 секретов, выполнил вот эти вот дополнительные испытания, не на идеальное время, но выполнил и завершил кампанию. Я, конечно, не могу назвать этот проект каким-то топом в стиле Nintendo, прям вот в пантеон он куда-то входит, но это крутой представитель игр в стиле Nintendo, где нет сюжета, где нет запарок, но есть при этом очень крутая атмосфера странного мира, красивые декорации, приятная музыка, мастерски выстроенные уровни, которые сменяют одну деятельность другой, которые тебе предлагают какие-то сюрпризы, которые тебя заставляют осваивать те или иные способности, старые, новые Кирби и двигаться вперед, с забавными боссиками, с крутой финальной частью, когда ты уже должен именно что напрячься и понять, зачем здесь бонусы. Это крутое приключение со ставкой на геймдизайн, которое работает как любит Nintendo, как умеет Nintendo и как делает, наверное, вот Nintendo в таком вот именно формате. И, к счастью, создатели этой игры не пытались ее растянуть, потому что, опять же, у меня перед глазами вот этот God of War Ragnarok, в котором есть обязательная сюжетная кампания, и вот тебе дополнительные активности. Они тебе не нужны, но если ты хочешь еще на 10, 20, 30, 40 часов здесь провести, вот, мы это оставим где-то там за кадром. В отличие от Кирби. Ну, в Кирби тоже есть такие вот дополнительные есть элементы. Есть испытания, но эти испытания интересны, они же сделаны грамотно. Испытания на время, на ловкость и силу. А там ты подходишь так, одна битва с берсерком, вторая, третья, четвертая. Рунические сундуки, один, второй, третий, четвертый. Головоломка, такая же, как и была до этого, только сейчас по-другому немного элементы расставлены. В чем магия Nintendo? Магия Nintendo заключается в том, что игра не стесняется тебе скармливать новый игровой контент. Новые элементы, с которыми ты играешься. Ладно, они могут не слишком быть хорошо проработанными. Но окей, вот ты наигрался, на следующая игрушка. На. И так до самого финала. Хочешь серьезных испытаний? Да на тебе серьезные испытания. На тебе уровни сложности. Хочешь коллекционировать? На тебе коллекционирование. Хочешь базу? На тебе базу. Хочешь апгрейды? Мы знаем, это вроде как мод. Но при этом это адекватно по продолжительности приключений. Я уже запарился от этих вот современных игр, каждая из которых пытается быть путешествием длиной в 10 лет. Причем, что ты ее будешь проходить в ближайшие 10 лет. Вот смотрите, Ведьмак там 100 часов, 150 часов контента. Мы должны быть не меньше. Давайте гнать контент. Не надо, вы не ролевая игра, вы просто боевичок. Вот эти элементы, они задолбают людей в конечном итоге. Сделайте нормальную продолжительность, и вам будут аплодировать, успокойтесь, выдохните и начинайте нарабатывать идеи на новую часть. В чем опять же величие Nintendo? В том, что они каждую новую часть своей серии пытаются делать другой, а не клоном предыдущей. Вот если God of War 18 года и God of War 22 года, ну это логичное продолжение, минимальный набор новых элементов, то Kirby and the Forgotten Land радикально отличается от предыдущей части. Ну, кстати, есть еще классная часть Kirby's Epic Yarn. Она выходила на Wii, по-моему, была переиздана на Switch. Если не видели, обязательно познакомьтесь. И да, Kirby and the Forgotten Land — это великолепный представитель вот именно что сказочного приключения. Да, у меня есть претензии к игре, но они локальные, однотипные, повторяющиеся мини-боссы. Перспектива погриндить, если вы хотите прокачать все умения. То есть можно вот что-то накопать, но это именно что накопать. А так это прекрасное, продуманное приключение, где эпичность это вот именно что крутой финал, а не тонны контента. Да, в Кирби вот как раз таки нету ощущения тонн контента, но есть притягательная атмосфера, есть куча таких вот занятостей разной степени забавности, и ты в эту кучу с удовольствием ныряешь. И плюс стоит отметить, что это прекрасная семейная игра. Берете второй геймпад и начинаете проходить рядом со своим ребенком. И ребенок такой, папа, ты сойдешь. Доченька, ты тоже. Ха-ха-ха-ха. Хорошо, что ты приемная. И хорошо, что тебе уже 18 лет. А вот Кирби бы в стиралке не застрял. Эта стиралка бы застряла в Кирби, вот.
Класс. Обзор детской игры от XBT Games. На этом, дорогие друзья, все. Поддержите этот ролик лайком. Спасибо за внимание. Ну а преогромаднейшую благодарность мы, как всегда, высказываем людям, которые нас поддерживают финансово во время стримов. Заходите, друзья, там всегда весело и уютно. Кроме этого, также тем людям, которые становятся нашими спонсорами через Boosty. У нас есть Boosty, у нас есть Sponsor.ru, у нас есть YouTube. Ну, где, в общем-то, и находитесь. Все ссылочки в описании. Пока. Пока. Блин, чем мы Новый год закончили? Это трындец. С фалкой! Обзор Кирби у нормальных блогеров. Милое детское приключение, веселые герои. Обзор Кирби у XBT. Я сосал, меня долбили. Сосен. Я тебе говорил, что тебя нейросеть заменит. Да. Потому что в этом обзоре не должно быть ни одной шутки про сосет. Конечно. Герой, который сосет, должен. Да. У него есть способность, втягивать в себя предметы. Да. И поглощать врагов. Да? Вот так. Mm-hmm. Да. Вот именно этим лексиконом мы будем он оперировать. Он ненасытный, и он сосет. Те же дети смотреть будут. Конечно, дети. Смотреть будут. От создателей обзора Splatoon 3. Плюхая мед и сыпли стрелы. Удалось привлечь людей в эту интересную и интригующую вселенную. Вот может кто-нибудь и в Кирби всосется, если вы понимаете, о чем я. Мне уже противно тебя слушать. Особенно, когда ты таким тоном говоришь. Особенно от любителя, блин, фейс-ситинга. Это вдвойне странно. Что такого? Mm-hmm. Да, сосательное движение это не только про девочек. Да. Ну и про мальчика. И не только в формате мальчик-мальчик, если что. Да, и не только, да. И не только, и не столько. Вот так. И вот нас уже забанили в Российской Федерации. Ага. Понимаете, Кирби это как Фил Спенсер сейчас, или как Xbox. Ну вы поняли, да, поняли. Поехали. А ведь на самом-то деле картина куда страшнее. Да. Чем кажется на первый взгляд. Окей, начинаем. Угу. Раз, два, три.